Твою мать. Всем привет, дорогие друзья! С вами StarLadder TV, с вами Врабец. Сегодня у нас на очереди Weekend Cup. Weekend Cup следующий за вчерашним. Вчера мы тоже с вами смотрели пару игр, а точнее их было 4. Следили мы за командами RC.com, потом за DPLD. Сегодня же у нас на очереди команда Sega Mega Drive 16 бит. Против них в первой игре будет выступать команда Battle for Prestige, полное название команды, сокращенно BFP. Состав этой команды: Накукуш, Кузма, Сноуфал, Сама, Найткор и Казанова. Всем привет, ребят, кто будет смотреть игру в трансляции, кто будет смотреть игру в записи. Занимают они сегодня сторону Dire, ну и ответка от команды Sega Mega Drive 16 бит, которая, соответственно, занимает сегодня сторону Radiant Step. Капитан, точнее не капитан, а именно пикер 1-1. Мудаёк, как мы видим, его никнейм, Донышко и Айскрим. Также вам всем, ребят, привет, всем, кто будет смотреть игру в записи, всем, кто сейчас находится на стриме. Но я думаю, то, что нас сейчас не так много, потому что первая игра, только разогреваемся и все такое, немножко с задержками. И что интересно, команда Sega Mega Drive играет сегодня за команду Oblivion, которая отказалась от участия в сегодняшнем Weekend Cup, поэтому команды SMD, собственно, ее нету в сетке, то есть она занимает место Oblivion, то есть играет с теми соперниками, которые должны быть у команды Oblivion. Не знаю, как на это отреагируют остальные команды, думаю, то, что все пройдет у нас успешно и удачно, то есть без всяких претензий и так далее, типа кто вы, откуда и так далее. Потому что многие команды имеют предрасположенность к тому, чтобы прогонять другие команды из турниров, дабы они не получали ПТС за победы. Ну, наверное, вы сами понимаете, к чему я клоню. И таких команд действительно очень много, поэтому будем надеяться, что сегодня в нашем брекете таких людей не встретится. Ну и начнем, пожалуй, смотреть. Думаю, да, можно переходить непосредственно к игре. Battle for Prestige на данный момент, статистика на StarLadder, всего у них 30 игр, 8 из них побед, 2 протеста и 20 поражений. То есть у команды минус результат. 937 ПТС всего в общей сложности. Поэтому не знаю, чего ждать от этой команды. Следим мы за ней первый раз. Будем надеяться, что у нее все получится. Возможно, она пройдет в 1.32. Напоминаю вам то, что сейчас у нас 1.64. Sega Mega Drive, которую мы с вами один раз стримили, да, которая у нас попадалась уже на стрим. Недавно совсем это было, но с тех пор, конечно, многое изменилось и так далее. Поэтому сейчас я попробую навести справки по поводу того, что же это у нас за команда, сколько у нее там статистики и так далее. Всего 176 матчей на StarLadder, 141 победа и 33 поражения. То есть команда пока что весьма успешно у нас продвигается по StarLadder. Как я понимаю, ребята бьются за слоты в про-серии, ну, точнее, пытаются биться за слоты. Не знаю, получается это у них или нет, но такую статистику иметь и ПТС там, конечно,
огромное количество. Сколько ПТС, простите? 1841 ПТС. Это вообще забей. Это вообще забей. Конечно, при таком ПТС сидеть в АМ-серии и играть на викенкапах и так далее, по-моему, это немножко не то, что требуется от команды, на мой взгляд. Я думаю, то, что все-таки на инвайт-капах и так далее нужно пробиваться и нужно показывать свои силы на максимуме. Покажу у нас. Crystal Maiden, Elder Titan, команды Battle for Prestige, Рубиком, Алхимиком и Bounty Hunter отвечают Sega Mega Drive 16-бит, банят же Дестройера, Гулю, Дарксира и Бэтрайдера у нас, БФП, отвечают им Личом, Бристлбэгом, Вивером и Патмой. Что интересно, Бристлбэг в бане. Вот этот вот интересный бан, на мой взгляд. Конечно, да, Бристлбэк сейчас очень стал известным персонажем после того, как его начали пикать и профессиональные команды, и те, кто играет в Star серии, ребята. Неприятный герой, как мы с вами знаем, эти все сопли и так далее. Постоянно повернется спиной, его хрен убьешь. Это да, это, конечно, все влияет на этот бан, но он забирает с собой один бан, то есть всего остается остальных четыре. И, разумеется, можно забрать какого-то другого героя, которого оставили свободным та или другая команда. Поэтому бан Бристлбэга. Ну, я считаю, что да, Бристлбэг это неприятный герой. Я согласен с командой Sega Mega Drive, которая, собственно, и забанили его. Но я даже не знаю, последнее время Бристлбэг... Хотя, что я говорю здесь? Я-то не играю. Бристлбэг мне часто в пабах встречается, поэтому я не знаю, как против него играть. И, в общем-то, ладно, оставим эту тему. Dead Profit, ну, команда DFP. Ребят, простите сразу за голос, потому что я недавно только встал, сами понимаете, в воскресенье отсыпаются все ребята, поэтому у меня может немножко хрипеть голос и... И, да, немного такое... ощущение неприятное может складываться. Ой-ой-ой, Phantom Assassin, команды BFP. Вот это интересно. Вот это действительно странно, потому что Phantom Assassin. Хорошо, мы знаем, артракил любого, да, это всегда было. Вопрос в том, выформят ли свои артефакты Phantom Lancer по такой игре, потому что Nature's Prophet вместе с Алхимиком неплохой пуш-потенциал. Получается, у команды Sega Mega Drive под спреем все будет проходить, плюс пеньки будут танчить всякие там... башенки и тому подобное. Поэтому еще не факт, что Phantom Assassin хватит времени выфармить. Возможно, Phantom Assassin будут убивать по КД. А возможно, Phantom Assassin будет сама делать киллы и на тех же Рубиках. Я думаю, я знаю, наверное, кто будет играть на Рубене, потому что я примерно помню тех... Ребят, ну кто где сидит у этой команды Sega Mega Drive. Два саппорта, это Ice Cream и Мудаёк. То есть Рубика, мне кажется, взяли для Мудайка. Так что такие вот караги. А Ice Cream, наверное... Почему-то мне кажется, что это суппорт Алхимик. Вот не знаю почему. Возможно, мы сейчас увидим с вами керри героя какого-то. Но тогда вопрос, кто пойдет в мид. Баунти Хантер займет что? Не знаю. Это фармящий Баунти Хантер, как вариант, тоже имеется. Потому что Nature's Prophet может пойти так и в харду, так и в изи лайн и стоять соло. То есть Профету это, наоборот, нужно, чтобы его пустили соло. Вопрос только куда. Пока же у нас команда не спалила своего Джокера, которого оставили как раз-таки на Last Pick. Ну и Last Pick от команды Battle for Prestige. Остается Луна. Вот он, керри-герой. А Алхимик все-таки будет исполняться в роли саппорта. Да, все-таки в роли саппорта, как мы с вами и предполагали. Надеюсь, то, что дота у нас не слишком громкая или не слишком тихая. Ну, вот так вот я сделаю, наверное, будет получше. И Венга у нас ластпиком от команды БФП. Что ж, видим мы полный список героев, весь пул. Пожелаем ребятам удачи, good luck и fun и так далее. Надеюсь, то, что мы пройдем с вами сегодняшние игры без всяких пауз и так далее, потому что вчера эти паузы действительно задолбали, и их было дикое количество, дикое множество. Ох, да. Итак, разбираются их героев игроки, Sega Mega Drive что-то там у нас задумались. Что случилось, не знаю. Ну и что, ребята, нам пора, наверное, начинать. Почему бы нет? Действительно, Battle for Prestige уже готовы. Так, ну да.
Только я сказал о том, чтобы без пауз ребята играли, ну, конечно, кто меня будет слушать, ты действительно... Надо паузу сразу влепить, да, Сеги? А, ладно, можно пройтись по тому, кто на ком играет. Степ будет играть на Алхимике, Ice Cream, Bounty Hunter, 1-1, Луна будет фармящая Луна, Мудаёк на Нейтис Профите, вот так вот решает, и Донышко будет играть на Рубене. Такой состав у нас у команды Sega Mega Drive. Посмотрим, кто куда отправится у нас, кто куда пойдет и на что способна эта команда с течением длительного времени, пока мы за ними не наблюдали. Команда BFP, Snowfall, Dead Prophet отправится он в мид. На кукуш. Phantom Assassin пойдет он фармить в легкую линию, конечно. Nightcore. Винга, скорее всего, пойдет саппортом как раз-таки на топ-линию. Вместе с ним отправится Crystal Maiden, на которой играет Кумза. Ну и Казанова, Эльдер Титан, Lux V8. Плиз, ребят, какой сервер у нас стоит, мне интересно. Так. Чё у нас там по худам? Ну, знаете... О, все, хорош. Я нашел свой худ, будем играть вместе с ним. Ну, я думаю, то, что нормально вроде выглядит, не бросается в глаза, ну, как вам. Мне лично нравится. Так, а скиллы? Ну, скиллы тоже вроде как нормально выглядит у нас, поэтому мы оставим, скорее всего, этот. А что там еще есть, кстати? Ну, все по дефолту, остальные давайте поиграем сегодня с Frozen Touch. Почему бы нет, действительно. Ну что, ребят, отлагали или нет? Там у Мудайка какие-то проблемы. Неинтересно, как у нас будет исполняться Bounty Hunter. Возможно, это... Почему-то мне кажется, что это Алхимик тогда у нас отправится в мид, потому что на нем играет Степ, скорее всего, потому что... Ну, Алхимик, в принципе, вот по этому пулу героев самый выгодный мид-герой. То есть и фастом получаешь 6-й левел, можно идти ганкать вместе с банкой и так далее. Также можно неплохо фармить на линии, когда ты стоишь один и соло, тебе никто не мешает, ты опираешься только на свой индивидуальный скилл, которого у Степа, я думаю, достаточно. Ice Cream же у нас отправится... Отправиться куда? Я не понимаю, вот Nature's Profit и Bounty Hunter, это единственный вопрос для меня. Луна пойдет фармить, это точно, Рубен пойдет вместе с ней. Nature's Profit лесник? Но лесника Nature's Profit мы видим в профессиональных играх и в доте на турнирах очень нечасто. Возможно, сейчас как раз-таки тот самый случай, когда Мудаёк у нас будет исполнять Nature's Profit лесного. Посмотрим на его закуп. Возможно, мы увидим с вами Базиль сразу. Возможно, перчаточку, выход в мидас быстрый. Ну, как вариант, также имеется. Поэтому обсуждать сейчас нам действия Nature's Profit, я думаю, бессмысленно. А вот обратить внимание на команду Дайр и на то вообще, как здесь будут стоять линии. Эльдер Титан у нас будет соло хард, я думаю. Да, пойдет он на ботом линию, Dead Prophet пойдет в мидл, ну и вот эта вот трипла будет стоять у нас в легкой. А вот трипла будет стоять, как я понимаю, против Bounty Hunter. В принципе, здесь трипла с двумя станами, точнее, с одним станом, с замедлением, с двумя замедлениями и одним дизейблом. Фростбайтом я имею в виду, хотя все считается дизейблом, но... Но, как бы, само по себе, Crystal Maiden... Снова-то может и замедлить разок-другой. А если третий, можно и фраг сделать, почему бы нет. Гоу! Наконец-таки от Мудайка. Ну и погнали, ребят. Все, ребята закупаются. Долгая и неприятная пауза сейчас стояла, на самом деле, потому что, ну, я не ожидал такого начала игры, как обычно, да, вот. Я думал то, что сегодня все будет в порядке и... Шестой игрок Sega Mega Drive 16 бит. Вау, как это неожиданно и какой это не мейнстрим, ребята. Да, покрути еще передо мной здесь курицу. Нормально так. Ну, конечно, да, Сноуль, он веселый, прекрасный и так далее. Мне очень нравится эта курочка сама по себе. Но это действительно гениально так назвать. Первая команда, которая назвала свою курицу шестым игроком. Что у нас там по...
Курия у команды Дайер. Ничего нового. Титан. Титан. Мудаёк палится сейчас. А зачем? Почему Мудаёк идет первым? Объясните мне. Казанова здесь ловит. Ну и, скорее всего, это ФБ, конечно. И забьют здесь Титана. Всадили в него все, что можно. Хотя не факт. Еще может уйти. Раз тычка, два тычка. Ну еще! Еще удар! 30 хп остается у Титана. Боже, его не догонишь, что ли? Тос. Тос. От Айскрима приговаривает Эльдер Титана у нас на ФБ. Что ж, Sega Mega Drive выходит у нас вперед на седьмой, на минус седьмой секунде до выхода крипов. Отличный ганг в чужой лес. В принципе, приводит команду к первому фрагу в этой игре. Что ж, неплохо. Айскрим возвращается на свою линию. Кристо Мэйден находит руну хосты у нас на топе. Пойдет она сейчас прессовать. Фростбайт берет на первом левеле. Скорее всего, сейчас кто-нибудь встрянет, кто пойдет и будет неаккуратно себя вести на топ-линии типа Айскрима, опять-таки, потому что на первом левеле ему пришлось взять ТОС. Нету Шэдоу Волка сейчас, и поэтому Баунти Хантер может пострадать. Тем более там, если я не ошибаюсь, у Кузмы есть варды. Да. У Кузмы есть варды, и если Айскрим будет вести себя неаккуратно или неосторожно, то может поплатиться за это, причем поплатиться вообще на изи. Откроем и крипстаты, за ними будем смотреть. Медовый алхимик пока же у нас лидирует. Сноуфул сама будет стоять против него. Да, полетят здесь вормы, конечно, по КД, но алхимику нужно дождаться своего левела, своего шестого левела. Кстати, здесь Айскрима могут поймать сейчас. Стан будет какой-нибудь или нет? Просто похарасили БХ. БХ у нас без щиточка, в сложной линии стоит, нужно бы ему сейчас докупить его. Возможно, выйти сразу в тапок, чтобы иметь какое-то преимущество, по-моему, в спиду. Как вариант тоже имеется. Так, что у нас снизу происходит? Ван-Ван будет фармить, Рубик будет не отходить от него, как раз-таки Титан получает свой второй левел, будет откидываться Астралом, пока до Ван-Вану неприятно будет на самом деле, потому что этот Астрал со временем... Так, аж зачем... зачем стан берет... На первом левеле Казанова. На втором, ну, как? Почему он качает ничью пассивку? Объясните мне, это неправильный Титан, на самом деле. Мне не нравится такой Титан, все. Не знаю я. Не нравится и не нравится. Айскрим получает крипов под башню. Сейчас получит свой третий левел. Я думаю, с убийством всех этих крипов пофармит он здесь, наверное, неплохо. Сейчас посмотрим на то, как у него это получается. Ну, видим то, что не всех крипов зафармливает. Зафармил пока двух. Ну, два крипа у него и остается, собственно, после этой пачки всего три. В мидле. В мидле алхимик будет качаться у нас через спрей. Я думаю, через спрей банку, потому что монетку брать в медовом алхимику как-то бессмысленно. Все-таки здесь нужно делать опор не на крипов, не на фарм, а на то, чтобы постараться убить, получить шестой левел и выйти в ганки. Айскрим, левел 3. Найткора напрягает, здесь не дает делать пулы, не дает делать отводы. Кузма. БХ, кстати, здесь могут поймать сейчас БХ, если будет какой-то центряк поставлен. Центряк стоит, стан есть. Стана нет, Айскрим и видит, но хотя он уходит в Shadow Walk и... И на этом все заканчивается. Да, агрессия прекратилась, БХ отпивается фласочкой, будет продолжать стоять на линии, не пришлось ему уходить никуда. И здесь Титана можно еще... Ой-ой-ой, Nature's Profit с ДД у нас. С ДД можно зажимать сейчас Казанову, да, что он и делает. На телекинезе поднимает Казанову. С ДД очень больно Казанове и пробивает. Это, конечно, второй фраг для команды Sega Mega Drive. Рубен стилит этот фраг. Кстати, как я понимаю, ребята с замены играют. Или это просто человечек, который не поменял свой никнейм на командный. Не знаю, но Мудаёк делает уже второй фраг. Как мы понимаем, первый фраг сделал Nature's Profit, в принципе, тоже. То есть, если бы там команды не было, естественно, ничего бы не произошло. Но Профет неплохо зашел. Тогда у нас Титана. Так, здесь... Курочка летит у нас, курочка несет ванды и в райсбанд. Здесь ван-ван вообще себя прекрасно ощущает, то есть фарм у него идет прекрасно, аквилу отключает еще, есть 65 плюс 31, через пассивочку идет у нас луна, ну как обычно, собственно, дэмэджа сейчас с лапы очень-очень много, поэтому Казанова можно пробивать, а то как-то борзеет у нас здесь Эльдер Титан, подходит слишком близко к крипам, там еще и на телекинезе можно было погонять на самом деле от Рубена, попугать Титана. Титан, Астрал Спирит на двоечку, ну вот пассивка хотя бы на единичку взята. И здесь выход на Айскрим от саппортов. Так, Кузма. Айскрим, ну Айскрим здесь тоже не выживает, прожимает стики, хотя все это происходит под вардом, не спасает его Shadow Волк. Первый фраг для команды БФБ.
Первый фраг для команды БФБ. Откуда вышли саппорты, не знаю. Скорее всего, это был выход в мидл, где ничего не получилось. Ну, собственно, выход на свою линию у нас таки оправдался. Так, после этих минусов Венга приобретает себе Базиль. У Венги есть ТП-шка, если что. У нас ФТП полетит, скорее всего, на ботом-линию, потому что Титана здесь будут избивать. По идее, должны избивать Титана. Здесь постоянные бимы должны полететь от Луны. Тем более, вот почему Ван-Ван не харасит бимами, я не понимаю. В принципе, там не так много маны жрет бим, всего сотка. Да и как бы реген тоже неплохой у Луны. Можно и пооткидываться разок-другой. Но потом с получением шестого, как бы размять Титану лицо перед убийством, а потом с получением шестого уже и отправить в таверну Титана. У него левел 5, вот эти астралы, конечно, будут лететь, и неприятно будет Ван-Вану стоять. Я думаю, в скором времени он будет огрызаться. А вот к чему это приведет, большой вопрос. Так, ну ладно, Луна здесь и денает, и фармит. Пока имеет топовый крипстат у нас Луна, 34 на 9, 34 на 10. Ну то есть у Луны все идет шикарно. Она сейчас получит еще и крипов себе, опять-таки под башню. Правда, и Астрал сейчас залетит от Титана снова. Посмотрим. Здесь выход в мидл от Айскрима и Мудайка. Нужно ломать сейчас вот эти деревья, и Мудайку просто выходить, зажимать Dead Prophet в лес. А, маны нету, лол. Вот это маны нет. А зачем тогда ты пришел? Большой вопрос. Стэв в ультимейте здесь банку пока что не накручивает. Хотя вот сейчас можно попробовать. Там уже... Нет, мне показалось то, что у ДП фейзы. Так, все-таки ловит Dead Prophet, сейчас будет откинута банка, банка откинута, там фокус у нас идет по степу, степ танкует, нормально. Убили соло-мидера, Bounty Hunter забирает себе Dead Prophet, в принципе нормально, Мудаюк постоял, экспу подсосал, молодец, все правильно сделал, хорош, красава. Это третий фраг для команды Sega Mega Drive, на 6-й минуте у нас всего на всей карте. В принципе неплохой результат, хотя можно было бы и побольше набить на самом деле. Так, здесь можно степ ловить, но он под ультимейтом, и двух саппортов не хватит сейчас дэмэджа, чтобы убить степа. Степ хиляется с невероятной просто скоростью, поэтому сейчас вся агрессия сойдет на нет, и саппорты просто потратят всю свою ману. Если, конечно, кто-то не подойдет по типу дейткора, так, стан получил алхимик, еще и фростбайт. Так, нормально, сворм сейчас должен полететь, сворм по степу, но это все под ультимейтом происходит. Алхимик не откидывает банку, сейчас взорвется, но уже под своей тир-1 вышкой, хотя ультимейт и закончился, еще один сворм получает, и был бы там свап какой-нибудь у Венги, но у Венга всего у нас третий левел, практически четвертый. Не хватает ренжа, чтобы добить алхимика, и алхимик продолжает стоять на линии. Сейчас дождется еще раз своего ультимейта, прожмет, вот он, ультимейт, собственно, и может забить уже на всех и вся. Так, здесь на кукуши избивает, ловит он тот, закрывает его в деревья, и это минус. Фантом Ассасин, керри-герой, минус, плюс все это под треком. Да, сейчас голда, конечно, потечет от Айскрима знатно всей команде СМД. Там, на самом деле, сейчас огромный буст будет получать команда из-за этих треков постоянных. Что ж, пока что БФП не было никакой реализации ганков. Да, был один на свою линию от саппортов, но это все, чем мне пока что запомнилась команда БФП. Можно было отыграть получше, пожалуй. Ну вот, начальное вот это вот время. Ох, Казанова, левел 6. Играет он без ультимейта, без разлома. Ну, в принципе, правильно, да, на 6-м левеле ультимейт еще не так полезен. Лучше уж взять потом или в процессе, тем более ультимейт ты можешь взять в любой момент. На, кукуш прилетает в нижнюю линию. А будет ли здесь цеплять Казанову? Кстати, можно убить Рубена, сейчас Астрал какой-ибудь полетит вместе с Даггером от Фантом Ассасин, потому что Рубен реально заборзел. Сейчас, да убейте вы Рубена, боже мой, он же здесь один. Тем более у Луны не было ультимейта. Не было, но сейчас он будет, я думаю. Взят, Ван-Ван, да, берет ультимейт. Боже, вот эта ошибка была от БФП. Видит же, что Рубен загулял слишком далеко. Так, Айскрим, палец в движуху. Сейчас Даггер полетел в донышко, минус донышко. Сейчас будет ультимейт от Ван-Вана. Разменивается один на один, Луна убивает Вингу. Фантом Ассасин приговаривает Рубика. Так, стан пошел по Айскриму. Вот почему он стан брал. Даблкил от Фантом Ассасин. Скритули там, уносит Баунти Хантера в таверну. Нормально, 5-3. Хорошая ответочка от команды БФБ. И наконец-то мы увидели их в деле. Вот вчетвером пришли сюда, ганканули. И ганг получился весьма успешным.
снова даггеры полетели. Ван-Ван здесь с половиной хп, его можно избивать. У алхимика нету маны сейчас. Хотя банку он может накрутить, выбирает спрей. Выбирает спрей, откидывает и прогоняет отсюда всех ребят из команды Дайр. Счет мультимейт от Нечис Профита неплохой залетел по четверым, если я не ошибаюсь. Степ здесь поймали. Степ тоже загулял под ультимейтом, конечно, я понимаю. Реген дикий, хотя здесь, ну, здесь четверо игроков. Банка накручивается и успеет алхимик откинуть банку. Да, банка откидывается в двоих, еще сейчас бим поймает на кукуш, но это все, что может сейчас СМД продемонстрирует своим оппонентам. На кукушу нужно отходить отсюда, на самом деле, потому что терять еще раз фантом ассасин... А, у него фласк. Все, тогда я молчу. Айскрим заходит в Shadow Walk, его видели. Просветка юзается, не попадает по айскриму. Еще то просветка айскрима видит. Фантом ассасин убивает Луну. Скрита, что ли, опять ее унесло в таверну. Это 5-5 уже БФП, это сравниваю счет. Айскрим прячется, потому что видит его. Так, а что здесь Рубен опять делает? Сварм, до свидания, Рубик. Хорош, в таверну. Айскрим, зачем ты вышел, Айскрим, боже мой! 5-7. Вот это ответ от команды БФБ. Вот это я понимаю. Как ребята переворачивают сразу драку, всю вот эту вот машню, которая происходила у нас на ботом линии. Уже ребята впереди, на 10-й минуте БФБ-то показывают агрессию. Да, вот так вот. Неплохо. Интересная дота у нас намечается с вами. 10-я минута тем временем в игре. По XP у нас графики после этих всех минусов 1000 преимущества у команды с SMD, но это за счет треков, я думаю, по голде. Опять-таки, 1500 SMD пока что лидирует. Nature's Profit там мудаёк выфармил себе фейзы. Не играет он никакой мидас и так далее. Скорее всего, это будут фейзы, некра и так далее. Будет пушащий Nature's Profit, потому что понадобится здесь именно пуш-потенциал этого героя. И я думаю, как раз-таки в этот потенциал и будет собираться у нас... Так, здесь, кстати, на кукуша можно ловить сейчас. Банка должна быть накручена от алхимика. На кукуша видит, хотя выбирает Кузму. Выбирает Кузму, и Кузму, скорее всего, минус. Потому что все это происходит под хостой. Может, еще делать минус на куре? Боже. Айскрим. Айскрим ошибка. На самом деле, это ошибка Айскрима. Потому что он выбрал удар по Кристал Мейден. Хотя там Кристал Мейден и так разбирали. Надо было еще курицу убивать. Под треком сейчас Накуш постарается минуснуть. Тос там замакшен, и, конечно, дэмэджа много вносит. Доминейтинг с Фантом Ассасин-то снимают. Вот так вот. Айскрим, Баунти Хантер, неплохо. Стан получает Айскрим, правда, видит его под башенкой. Хотя нет. Трек по Венге. У Венге нету сейчас стана, потому что есть КД на спыле. А что сделает мудаёк? Объясните мне, мудаёк. Мансует как боже, вы просто посмотрите на это, как он увернулся. От стана Эдер Титана, хотя получает два ореха, Найткора здесь гонит, Айскрим до конца, Тосик какой-нибудь, нет, просто с руки Айскрим добивает, сейчас Сворм будет какой-то по Айскриму, Айскрим скорее вряд ли отсюда уйдет, Сворм минус, нет, я имею в виду Сворм минус, как спел, но там КД 5 секунд, поэтому Айскрим у нас уходит. Да, есть орб в Веном, поэтому от Баунти Хантера, если он кого-то сфокусит, уже точно не уйдет, просто в драке один на один. Замедление там есть, замедление 12%, и, разумеется, Баунти Хантер с фейзами догонит свою жертву, если таковая будет. Ну и тем временем первая вышка у нас упала у команды Дайр. Хотя нет, это уже вторая вышка, потому что по ботам линии также нету вышки. Сейчас 8-7, СМД снова выходит в лидеры после этих минусов странных на постепенно на этой части карты. Ну и можно пушить, наверное, последнюю тир-1 вышку, стоящую по медлине. Почему бы нет? На самом деле, сейчас прилетит сюда профет под спреем. Крипы у нас упадут очень-очень быстро. Спрей еще и тавр у нас трогает, хотя нет. Дед Профит сейчас встрянет. Дед Профит сейчас встрянет. Банка должна быть откинута от степа или размансует Дед Профит. Раскастовывает экзорцизм. По экзорцизму Айскриму очень больно. Там мека юзается от алхимика. Мид алхимик собрал меку. Как вам, ребят? Вот это поворот. Вот для меня вот это реальный поворот. Я первый раз вижу меку на алхимике. Да, алхимик саппорт, без проблем. Собирай, пожалуйста, меку и так далее. Все в твоих руках. Но алхимик мидер... даже не знаю. Выбор степа на самом деле. Луна тем временем делает минус на Фантом Ассасин. Происходило это на боте. Кузма готов врываться на Кристал Мейден, давать фростбайт. Там ультимейт есть у Луны, если что, может раскастовать. Но Луна ультимейт первого левела сейчас, что и делать, я не знаю. Будет раскаст ультимейта или нет, или Ван-Ван побережет его. Ультимейт есть, но слишком поздно. Слишком поздно, Дед Профит забирает Луну себе. 9-8, пока что преимущество в один фраг всего у команды СМД. Такая интересная игра нас ждет. Действительно интересная, потому что команды, хоть и статистика у команды БФБ...
Удручающе, всего 8 побед. Сегодня они показывают действительно неплохую игру. Возможно, готовились, возможно... хотя, не знаю, как насчет того, изучали соперников или нет. Просто ребят поперло. Такое тоже возможно. Как мы знаем, Dota это такая игра. Тир-1 по миду у нас дынается. И что? И ребят из команды BFBS не собираются никуда уходить. Останется на мид-линии. Ставят обсервы, чтобы видеть степы. На всякий случай минус армор дает Найткор. Нету сейчас еще ультимейта у Винги, поэтому степы здесь поймать крайне сложно. Баунти Хантер также рядом, еще и треки повесил. Найткора очень сильно пробивают. Не знаю, как Айскрем у нас решится пойти попробовать добить Найткора или нет. В принципе, хасту изюзал бы ха и пошел искать свою жертву. Пошел, возможно, на топ. На топе там у нас... Фантом Ассасин избивает крипов вместе с алхимиком, который сейчас должен накручивать уже банку. Да, банка уже накручивается, и сейчас банка должна лететь. Да, банка летит, это, скорее всего, минус на кукуш. Сейчас еще будет тос. Собственно, тос он прилетает, и Фантом Ассасин отправляется в таверну на 35 секунд, фармить не будет. Неплохо. Вызываются пеньки от мудайка, сейчас будут пушить тир-2 вышку по топ-линии. И с ФТП тут же полетело у нас, с ФТП от Венги, прилетает она обратно. Что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить то, что, кстати, Луну оставили фармить даблстаки. Даблстаки, ван-ван здесь выформит в скором времени себе доминатор, это уже неплохо. У Луны есть аквила, есть барабан, аквила включена, поэтому Луну у нас пушит, и, ну, когда она находится на линии, я имею в виду. Луне бы что-то на мувспид потом собрать. Есть барабаны, да, это, конечно, здорово. Есть ПТшки, которые носят они на агилке. Скорее всего, нужно будет собрать Яшу какую-нибудь, потом выход в манту. Либо сразу решить, так, у нас здесь Айскрима ловят. Свор пошел неплохой. Там, конечно, свор дичайший дэмэдж наносит. КД 5 секунд всего, Айскрим прожимает стики и постарается уйти отсюда. Хотя под просветкой его видно. Руну регенерации здесь ребята находят. Айскрим побежит брать ее, естественно. Сейчас установится до... Фулл ХП и, возможно, пойдет понапрягает кого-то еще. Так, степ здесь бегает. Не понял как, но мудайка здесь ловит. Мудайок как-то не по шансу зашел. Сворм ловит, отправляется в таверну. Айскрим видит Кузму. Кузма далеко от своих тиммейтов. В принципе, есть Фантом Ассасин рядышком. Но это все, кто здесь сейчас есть. Все, кто сейчас здесь имеется. Рубен. Нужно ему украсть пару спелов, потому что Рубик пока же у нас вообще бесполезно. На самом деле, степ врывается, откидывает банку в Кузму, то словит Кузма. Кузма уходит отсюда, 7-й левел Кристал Мейден, хватает ему ХП, чтобы выжить. Есть Транквил, есть Гантелька. Айскрим пошел ловить Кузму. Ну, Кузма это должен понять, разумеется, не надо возвращаться сейчас на помощь своим тиммейтам. Баунти Хантер пошел ловить кого-то еще. В принципе, здесь все фуловые ребята. Найткоры, если только можно поймать. Хотя там ты тут же получишь стан в лицо. Ой-ой-ой, курица, курица, курицу надо ловить сейчас Айскриму. Хотя, если поймает курицу, нету сейчас волка. Поэтому, да, разменял бы курицу на себя. Это не тот размен, который стоило ожидать. Найткора можно ловить сейчас. Есть трек, прожимается фейзы, и Найткор тос ловит. Ну и на этом все заканчивается. Айскрим должен прожать сейчас инвиз и пойти попробовать зацепить кого-то. Да. Вот он инвиз, собственно, не доходит астрал до него, не получает бонусного дэмэджа и мувспида у нас этого Казанова. Фантом Ассасин первым артом выформил себе башен, что интересно. Нету сейчас какой-то дополнительной скорости атаки у Фантом Ассасин, поэтому я считаю то, что башер здесь неправильный выбор. Всегда нужно первыми артефактами, ну, на мой взгляд, опять-таки, это мой опыт личный, собираться сначала в агилку, то есть быть как-то, я не знаю, бить не сильно, но бить быстро. А потом уже набирать себе силу со временем, но это мой принцип, на самом деле, когда ты играешь на керри-героях, ты должен собираться именно в агилку. То есть та же Луна. Вот Луна делает правильно, да, Луна собирает на мувспид, который ей очень нужен, на аджор, я имею в виду доминатор. Плюс сейчас она идет через глейвы, которые в скором времени будут наносить кучу дэмэджа в драке. Опять-таки эти глейвы будут летать у нас по всем героям. Будет крайне неприятно команде БФП. Ну, ван-ван, да, ван-ван пока топовый крипстат на карте, 131, 134, точнее, прошу прощения, всего крипов, 79 у алхимика, 77 догоняет Фантом Ассасин. Фантом Ассасин не так все хорошо с фармом, у нее, поэтому, я не знаю, ей бы постакать в лесу, наверное, или, ну, видим здесь, как бы, все оставляют Эльдер Титану, хотя,
Хотя Накук уж фармит. Накук уж фармит, даблстак не получается сейчас на 19-й минуте. Ну и можно открыть нетворсы. По нетворсам отстают у нас только Рубен с командой СМД, Баунти Хантер, Чиз Профит, Алхимик и Луна. Первые 4 места за командой СМД по нетворсам. Мудайка здесь ловит, Мудайок получает сварм, еще и прилетает сюда Накук уж с Астрала, уносит Чиз Профит в таверну, 40 секунд его не будет. Можно идти дальше, можно ломать... Тир-1 по топу, БФБ, я думаю, ничего им сейчас не помешает. Сформы здесь летят по КД, ДП. Есть Point Booster, есть Vitality Booster. Ой-ой-ой, курочку подрезает здесь Ice Cream. Жалко здесь нету... Так, здесь у нас, ладно, ловит Dead Profit. Я потом договорю. Степ под ультимейтом все это дело происходит. Степ пока что выживает, еще меку юзает. Можно приговаривать Сноуфола. Правда, Сноуфол тоже уходит. Там Алхимик очень битый. Казанова в погоне. Экзорцин был раскастован, но уходит отсюда ДП. Уходит, правда, на лу ХП, где там Айскрим у нас бегает. Айскрим пытается поймать Кузму. И, кстати, поймает, скорее всего, Айскрим. Айскрим дает трек по Кузме, но на этом все заканчивается. Ультимейт от Профета залетел. Ультимейт от Профета плохой. Еще и ТОС ловит здесь Кристал Мейден. Айскрим должен уходить отсюда. От греха подальше, я думаю, будет правильно. Чиз Профит тем временем убивает Вингу. Прилетел он после того, как его убили. Ответил минусом. Казанова здесь ловит в деревья, нормально. И Казанова можно также минусовать. Казанова отсюда не уходит. Если сейчас Стомп не раскастует, нет, Стомп успевает раскастовать. И да. И отправляется сам в таверну. Что ж, 13-10 на 3 фрага у нас лидирует пока что СМД. Неплохая игра по графикам у нас там. 7500 преимущество у команды СМД. Растет оно со временем. По голде у нас там в 10 тысяч преимущества. В принципе, неплохо себя чувствует здесь команда СМД. Можно ломать еще второй тир, тир-2 тавер. Второй тир-2 тавер. Нормально. Ван-Ван пушит еще и вышку по ботом линии. Пронесет ее. Глиф юзается. Глиф юзается только на топ. То есть только эту линию пошли дейвить у нас. Ван-Ван здесь, конечно же, подсасывает 200 голды, получает с тавера. Дэмэджа там ему хватает. Под 200 он не бьет. Неплохо. 4700 у Луны. Вы просто посмотрите на это. Сейчас должен появиться какой-то Игл Сонг. Я думаю, выход в бабочку. А с бабочкой можно идти драться уже Ван-Вану. Нужно что-то приобрести сейчас, потому что такую огромную сумму денег с собой носить как-то не особо хорошо. Вот они, треки. Вот они треки, вот он, Баунти Хантер, сказывается. Луна у нас богатая до беспредела, на самом деле. Нужно сейчас убивать Ван-Вана. Правда, не знает об этом команда БФБ. 5-100. 5-100 у Луны, боже мой, да потрать-то эти деньги уже куда-то. Яша, Монта. Монта. Одним кликом дезолятор появляется у Баунти Хантера. Вот они, артефакты поплыли. Вот он, Баунти Хантер. Собственно, реализация тех треков, о которых я говорил в самом начале, сейчас у нас происходит. Денег куча, денег завались как раз-таки, и реализация происходит. Айскрим. Сейчас будет наваливать, конечно, слапы очень-очень знатно. Дезолятор под минус армором. Все это еще будет происходить. Айскрим теперь соло-убийца у нас действительно... Собственно, которым и должен быть он. Что у него здесь по артефактам? Сюрикен. Рарный сюрикен. Я думаю, поэтому у нас скачается Баунти Хантер через ТОС. Ой, ладно. 22 минута тем временем в игре. Дарьер с курьерах из респаунд. Я не договорил еще вот по поводу вот этого места. Жалко, здесь не дают призы. За то, что мы с вами увидели там, я не знаю, как подстрелили курицу или за месиво и так далее. Айскрима здесь ловит. Просветка была, Айскрим не уходит отсюда. Еще Сворм, Фростбайт, Фантом Ассасин с Даггера забирает себе Баунти Хантера. Некра 3-го левела появляются у Профета. Пушащий Профет у нас становится. Все-таки Мидас собрал Мудаёк. Решил у нас идти через этот артефакт. Что же неплохо, ультимейт от Профета снова полетел по крипам, чтобы подпушить линии сейчас. Ну и Профет, я думаю, отправится у нас либо вниз, либо вверх. Либо на мид. Другого не дано. Ой. Да. Ну и что? СМД. Нужно выходить им сейчас в какой-то пуш, давать пространство Чиз Профиту, который также должен сейчас исполнять свою работу вместе с Некрами. Ну а команде БФБ, не знаю, давить по одной линии в пятером, как вариант, тоже имеется. Хотя, рано или поздно Чиз Профит сделает свое грязное дело, конечно, отпушит пару линий, да и, возможно, принесет тир-3 от степа. Здесь накручивает за банков, Кузма откидывается, Кузма просаживается очень-очень больно, получает еще орех в лицо, Мудайок ставит какие-то странные деревья у нас мешают Айскриму пройти, делать минус на Кузме. Кузма отхиливает его с урны. Кто-то, кто не видел, у кого там урна. У Эльдер Титана урна.
Этот профит с гемом. Этот профит с гемом. Это не ранний гем, это нельзя назвать ранним гемом. И Наку уже здесь ловит ТОС. Нормально. Нова пошла, и Рубен что ворует? Эхо с Том ворует Рубен. Хороший спел для Рубика, на самом деле. Айскрим на развороте постарался помочь Степу сделать минусы, хотя не помогло ему это. Винга со стана забирают Баунти Хантера. 12-й фраг для команды БФБ. Пока что у нас равная игра, на самом деле, идет. Почему у нас такое преимущество по графикам у команды СМД? За счет как раз-таки Баунти Хантера, о котором мы с вами не раз говорили. Ну а по XP ребята просто летают, и я имею в виду именно на Cheese Profit, потому что за счет него тоже происходит дикий перефарм. Фармит Мудаёк у нас все линии. Но это дает о себе знать. Спрятался в кустах на Cheese Profit, подождет сейчас того момента, когда можно будет выйти, когда Найткор покинет, собственно, топ-линию. Ой, не постакала здесь себе Луна, на самом деле. Глупо, глупо. Переманила себе Кента, но ничего дальше не произошло. Или просто Кентавра сейчас контролит у нас кто-то другой. Вариант тоже имеется. Так, Ван-Ван пошел фармить свой лес. Есть Монта, есть БКБ. Но БКБ осталось совсем немного, 500 голды. Для Ван-Вана это вообще изи. Алхимик приобретает себе пайпец. Вот это неплохо. Вот это уже здорово, потому что пайп по такой игре действительно нужен. Там и вот как раз-таки вот Dead Prophet. Огромный дэмэдж залетает, плюс Эльдер Титан, плюс Кристал Мейден с Новым Годом, который, кстати, ни разу не раскастовывал еще Кузма. Есть ультимейт, взятый на единичку. Ой. Ну да ладно. Накукуш здесь ловит. Накукуш вместе с ДБ пытался поймать Нечис Профита. Профит улетел. 26-я минута в игре у нас тем временем. 13-12. Как-то у нас сошло на нет вся вот эта вот агрессия. У кого там день рождения? У Мартры день рождения. Божечки, как это мило, у Мартры день рождения. Или меня троллят сейчас так тонко, знаете? Ну понял, короче. Поздравляем. Мудаёк поздравляет с днем рождения. Надо похвалить, наверное, его. Я не знаю, на мой взгляд, это просто тонкий троллинг сейчас происходит от команды СМД. Ну и на этом все. Ну ладно, на кукуш. С днем рождения тебя, что ли, если это действительно так. Желаю успехов и удачи в личной жизни. Пух. Алхимик здесь получает кучу дэмэджа, накручивает банку. Банку нужно откидывать на кукуш, и сейчас застанет еще и Кузмус. Тэпа ловит фростбайт на самом деле, но алхимик уходит здесь под ДД. Он не бьет, а наоборот терпит. Пай приходится юзать ему и, скорее всего, выживет. Лол, уходит под свою тир-1 вышку. Неужели не полезут? Не полезли, оставили алхимика в покое. Там под ультимейтом, конечно, у алхимика все путем пошло. Тем временем Рошана забила СМД. Так, 6-й плеер прилетел, что-то отдал. И Ван-Ван в погоне сейчас. Да, БКБ, наверное, отдал. Он ловит здесь на кукуш. Можно драться. Луна готова. Есть Аегис, есть Монта, есть БКБ. Есть ультимейт. Почему нет? Ван-Ван сейчас просто врывается и просто делает минус 5 на всей команде БФБ. Разве это плохо? Сейчас крипов надо быстро убить. Чтобы, если что, ультимейт по ним не пошел. Тир 2 вышка. Последний внешний тавер у нас только что упал у команды БФБ. И нужно идти дальше. Хестом сейчас будет какой-то или нет? Или просто про астрал забыл. Казанова. Казанова. Зачем ты стоишь, лол? Лол. Банка. Банка в двоих сейчас должна быть откинута от степа. Банка. Банка откручивается или нет? Ультимейт от Ван-Вана. В БКБ все это происходит. Луна дабл килл, трипл килл. Доминейт снимает с Dead Prophet. Гем падает. Первая сторона также упадет у нас. Мидл никак не отдефит. Накукуш здесь ничего толком не сможет сделать, нету БКБ, потому что по нетворцу у нас видим, где у нас находится Накукуш и где находится Ван-Ван. Хорошая фармила Ван-Ван, на самом деле, здесь с Некрами падает и вторая сторона сейчас с Некрами, с Трентами и так далее. Приходится юзать глиф, но этот глиф толком ничего не сделает, потому что минус 3 сейчас по байбекам. Как у нас там статус байбек? Статус байбек видим, да, все на своих глазах. Здесь еще и Накукуша ловит, банк в него откручивается, и Мудаёк делает минус сейчас вместе со степом. Тос прилетает от Айскрима, Айскрим делает минус на Фантом Ассасин, байбек есть. Найткура также ловит, Найткура отправляется в таверну, Накукуш врывается, пайп юзается, Айскрим фокусит Накукуша в ответочку. Ну и ГГ от Найткура.
Вот так вот у нас заканчивается первая игра сегодняшнего дня. С Вором полетели здесь по Мудайку. Вторая сторона у нас уже упала. С помощью некров айскрима избивают. До сих пор ГГ отменили или нет? Нет, не отменили ГГ, падает трон. Поздравим СМД с выходом в 1.32 сегодняшнего викенд-капа. БФБ. Неплохую игру показали, действительно, 18-13, было на что посмотреть. Еще раз, днем рождения тебя, Фантом Ассасин, если это так. Действительно, успехов тебе. Разумеется, мы все спросим капитаном. Ну и что? Если вам понравился этот стрим, эта игра, заходите в группу ВКонтакте, vk.com/vrabits.ltv, буду вас всех там ждать. Пока же у нас пауза, музыка. Через несколько минут мы с вами ворвемся в Next игру, посмотрим, кто там будет нас ждать и ждут ли нас там вообще. Увидим. Все в процессе, пока же музыка и отдых.